В понедельник китайский рыбак ранил ножом двух южнокорейских пограничников. Один из них от полученных ран скончался. Нападение произошло в тот момент, когда служащие береговой охраны Южной Кореи производили задержание китайского рыболовецкого судна. Китайцев застали в южнокорейских водах Желтого моря, недалеко от города Инчхон, за незаконной ловлей рыбы. Один из раненых ножом офицеров скончался в больнице. Второй, получивший ранение в живот, прооперирован. Совершивший нападение китайский рыбак был доставлен в больницу с незначительными телесными повреждениями. Остальные 8 человек, находившиеся на борту траулера, задержаны. Как сообщает Associated Press, министр иностранных дел Южной Кореи в связи с инцидентом направил протест китайскому послу в Сеуле. Представитель МИД КНР, в свою очередь, заявил, что власти Китая сейчас выясняют ситуацию. Южнокорейские воды богаты крабами, а также анчоусами и другой рыбой. Это привлекает китайских рыбаков. В этом году проблема встала особенно остро. Здесь было задержано не менее 440 китайских траулеров, занимающихся незаконным рыбацким промыслом. Это в 2 раза больше, чем в прошлом. Рыбаков из КНР обычно задерживают, взимают с них штрафы и отправляют на родину. Однако не всегда эти задержания проходят мирно.